Первый снег, температурные качели и, как следствие, гололед. Наледь местами покрыла и дороги, и дворы, но последствия непогоды оперативно устраняют. В ночь у нас отработало порядка 120 единиц техники. Основные работы были задействованы и усилены в части вывоза снега, очистки улично-дорожной сети, проезжей части и, конечно же, посыпки противогололедными материалами. Но днем дорожники продолжают трудиться. Очищают дороги от снега и посыпают их песчано-соляной смесью. Всего задействовано порядка 100 единиц техники. Также сформированы бригады, отдельные бригады по тротуару, да, вошло 19 единиц техники и 12 человек. Это распределение реагентов там, где невозможно отрабатывать это механизированно. Сегодня обрабатывали территорию Нагорного парка, площадку около театра драмы и другие места. Особое внимание дорожники уделяют очистке пешеходных переходов и территорий рядом с общественными местами, торговыми центрами и парковками. Кроме того, обсудили с главами районов, как организована работа на межквартальных проездах, на проездах к общественно значимым социальным учреждениям. То есть здесь эта работа тоже организована. Судя по прогнозам, перепады температур продлятся еще пару недель. В праздничные дни дорожные службы работают круглосуточно. Анастасия Бертенева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком.